Good morning, children. How are you today? Доброе утро, ребята. Как ваши дела? I hope you are well. Я надеюсь, что у вас все отлично. Сегодня, дети, мы с вами продолжаем наш прошлый раздел. Раздел называется My Food. My Food переводится как «моя еда» или «то, что, все то, что я ем». Open your pupils book. Открывайте ваши учебники на странице 62. Open your pupils book at page 62. А теперь, ребята, давайте мы с вами сначала познакомимся с новыми словами. Listen, point and repeat. Послушай, покажи и повтори. Повторяем вместе со мной. Apples. 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 Apples – это у нас яблоки. Carrots. 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 Carrots – это у нас морковь. Pears. 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 Pears – это у нас груши. Onions. 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 Onions – это у нас лук. Tomatoes. 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 Tomatoes – это у нас помидоры. Ребята, вы обратили внимание, наверное, что все овощи и фрукты у нас здесь идут по парам, да? Поэтому, раз это пары, это множественное число, да? Не одна штучка, а две штучки. Поэтому будет на конце буква S. А теперь, дети, посмотрите сюда внимательно. Теперь мы все наши предыдущие слова повторим и еще раз закрепим. My food. My food. Моя пища или моя еда. Milk. Milk – это у нас молоко. Juice. Juice – это у нас сок. Cheese. Cheese – это сыр. Onions. Onions – это у нас лук. Chicken. Chicken – это курица. Eggs. Eggs – это яйца. Apples. Apples – это яблоки. Carrots. Carrots – это морковь. Tomatoes. Tomatoes – это помидоры. Pears. Pears – это груши. Bananas. Bananas – это яблоки. Ой, извиняюсь, бананы. А теперь давайте попробуем перевести эти слова. Посмотрите внимательно. My food. My food. Как переводится? Конечно же, моя еда. Дальше. Apples. Apples – это у нас яблоки. Pears. Pears – это у нас груши. Tomatoes. Tomatoes – это у нас помидоры. Carrots. Carrots – это у нас морковь. Onions. Onions – это у нас лук. Запомнили? Молодцы! А теперь, дети, open your pupils book at page 62, на странице вашего учебника 62, exercise 5. Давайте вместе попробуем сделать это упражнение. Мы должны здесь read, прочитать, и match. На каждой корзинке есть название, видим, да мы? Мы должны прослушать эти названия и, соответственно, собрать корзинку фермера. Давайте попробуем. Apples. Apples. Что это у нас такое apples? Правильно, ребята, это, конечно же, яблоки. Вот, мы ему поможем собрать яблоки. Onions. Onions. Что такое onions? А ну-ка вспоминайте. Onions – это же, конечно, лук. Этому фермеру понадобился лук. Tomatoes.
Tomatoes – это у нас помидоры. Ну-ка, ребята, давайте найдем помидоры и поможем фермеру. Правильно. Pears. Pears – это у нас груши же, конечно. Девочка очень, оказывается, любит груши. Carrots. Carrots – это у нас морковь. Я думаю, мы все правильно сделали. У каждого фермера есть свои фрукты и овощи. Давайте проверим. Смотрите, ребята, везде стоят галочки, да? Значит, мы все сделали верно. Молодцы, дети. А теперь, ребята, на странице 63, упражнение 7, exercise 7. Listen and read. Послушай и прочитай. Для начала я вам прочитаю, потом мы с вами послушаем, а потом уже посмотрим, хорошо? What's in your basket, Liam? Что у тебя в корзине, Liam? Спрашивает мальчик, правильно? Apples, отвечает Liam. Apples это у нас что? Яблоки, конечно. What's in your basket, Lily? Lily, а что у тебя в корзине? Basket это у нас корзина. Lily отвечает carrots. Oh dear, what's in your basket, Charlie? Oh, дорогая, а что у тебя в корзине, Чарли? И тут Лили что сделала? Засмеялась. Look, onions. Посмотри, Чарли собрала себе что? Лук. Правда же? А ну-ка давайте теперь это все послушаем. What's in your basket, Liam? Apples. What's in your basket, Lily? Carrots. Oh dear, what's in your basket, Charlie? Look, onions. И тут всем ребятам стало смешно, правда же? А давайте теперь посмотрим мультфильм. What's in your basket, Liam? Apples. What's in your basket, Lily? Carrots. Oh dear, what's in your basket, Charlie? Look, onions. Ребята, а кому здесь не смешно, как вы думаете? Конечно же, Чарли. Ей было совсем не до смеху, правильно? Ребята, откройте ваши книжки на странице 62. Sing the What's in your basket song. Давайте вместе споем песенку, которая называется What's in your basket. Что у тебя в корзине? Apples for you. What's in your basket, your basket, your basket? What's in your basket? Carrots for you. Хорошо, ребята, молодцы. А теперь давайте посмотрим клип к этой песне. What's in your basket, your basket, your basket? What's in your basket? Apples for you.
carrots for you. Молодцы, ребята. Я думаю, вам понравилось видео. А теперь, дети, open your pupils book at page 63. На странице 63, exercise 8, упражнение 8. Нам нужно покрасить фрукты и овощи в нужный цвет. А вы дома, ребята, тоже попробуйте нарисовать ваш любимый фрукт и овощ и покрасьте его в нужный цвет. Как вы думаете, яблоки какого цвета? Конечно же, красного. Правильно. А морковь у нас какого цвета бывает? Правильно. Морковь бывает у нас оранжевой. Молодцы, дети. Goodbye, children. Я думаю, урок вам сегодня очень понравился. До свидания, ребята.